Я волей-неволей должен вести служение. Брат Пол сегодня улетел. Молитесь за его благополучный перелет. Я не знаю, как знакомы вы с австралийским континентом. Там, где ползают большие гадюки, большие кенгуру, жирафы, не знаю, какие еще там львы бывают, наверное, еще что-то страшное бывает. Вот он полетел туда. Наша молитва, чтобы проповедь прошла эффективно, чтобы были там обращенные души, которые бы также прилагали усердие распространять Евангелие среди своих окружений, а чтобы брат Пол не летал туда, это очень далеко и очень сложно, наверное, там и другой режим времени, и другой климат, и все другое. Я не смотрел сегодня еще, потому что это сейчас, после 5 вечера надо смотреть в программу «Информатор». Обычно программа «Информатор» повествует: в Турции землетрясение, а там наводнение, а там ураган, а там не знаю, что там упало. Я не знаю, иногда говорят про Австралию страшные вещи. Я не знаю, в какой части он будет, потому что Австралия — это большой континент. А в середине очень много бурь бывает. А с краю, обычно там, где населено людьми, там бывают всякие вот эти с моря тайфуны или что там бывает с моря, которое приходит. Поэтому, когда-то я смотрел программу одного румына из Австралии, он живет в Австралии уже 40 лет, посадил там сад, фрукты, которые там растут, по цене, когда они спелые, один фрукт $400. Такого я не видел здесь на базаре даже. Я не знаю, ну, наверное, что не привозят их сюда, потому что это и далеко, наверное, и они портятся, может быть, до тех пор. Они там по Японии, вот этим Бангладеш, по этим вот всяким странам его продают, а на базарах. Но сюда он не приходит. Но это вот такая большая, сочная, с вкусом карамели. Растет на дереве. Вот представьте себе, деньги растут на дереве. На дереве, да. Карамели, да. Так что можете зайти в интернет. Я думаю, вы там много найдете про Австралию. По-моему, он говорил по-русски или по-румынски, я вот не помню. Его видео было. Но было очень интересно. Потому, да, нас интересует больше духовная часть состояния Австралии, а чтобы она была ближе к Господу, а не дальше от Господа. Но я думаю, что Господь заботится об этом, посылая им там тайфуны, чтобы они сразу там смирились и сразу стали такими набожными или какими-то там послушными, чтобы ждать Божьей милости, а не показывать свою гордость. Также я попросил вас молиться за Каролину, которая проходит вот эти всякие обследования, чтобы здоровье ее не ухудшалось, но эти доктора или ученые, кто там будет смотреть на ее результаты, чтобы они видели, чем ей можно помочь на этом этапе. Потому что вы знаете, что болезнь иногда заходит слишком далеко, и врачи говорят, мы уже ничего сделать не можем, потому что вы поздно обратились или еще как-то. Поэтому молитесь, чтобы они нашли какое-то средство на этом этапе, для того, чтобы это не стало хуже, и это помогло ей, может быть, иммунитет, или я не знаю, что там надо, а чтобы преодолеть какую-то часть, может быть, не на 100%, я хотел бы на 100%, но я не знаю, насколько это возможно. Я смотрел в Ютубе, есть такая медлянка, которую поставили в ствол пистолета и выстрелили, и она осталась жива. Она всего 1.5 миллиметра вот такой величины, и у нее есть свойство защищать себя. Она обволакивает себя воском, а когда холодно, ее поставили в температуру минус 20, а обычный ее режим, она живет 1.5 дня, по-моему, 36 часов. Но в замороженном состоянии она пробыла целую неделю. И потом, когда вернули ее в нормальные условия,
она разморозилась и жила дальше, как ну, свой нормальный процесс развития весь прошел, скажем. Это японские ученые занимаются их разработкой. Молитесь, чтобы они нашли средства не только для космонавтов, как использовать, потому что космонавты, они там переживают разные стрессы, и вот на генном уровне у них бывают сбои. А чтобы не только для космонавтов они нашли средства, как пропитать их на этих стрессах, но также и для множества детей, которые нуждаются в этом средстве. А также Костя сказал, что был в прокуратуре вчера. 2 часа его там продержали. Он оказывается в черном списке. Если вы помните, в 22-м году там приходила целая бригада. Из БТИ, из пожарки, из санэпидстанции, из там всех-всех служб, водоканал, не знаю кто, осмотрели на то, ну, весь дом и на чердак залезли, ну, все-все-все перерыли у него там, чтобы видеть, где люди собираются. Почему тогда ну, нужен был санитайзер, нужно было, чтобы было где руки мыть, и где туалет, чтобы было, и не знаю, что. Там написали ему кучу предписаний, а что должно быть там, где собираются люди. И Костя потихонечку все эти там прокопал водопровод туда, раковину поставил и все эти дела сделал, а чтобы все было по их требованиям, и вроде дело закрылось. Но в прокуратуре оно значится. Теперь, когда поступила вторая жалоба, они вернулись к тому делу. А ты у нас числишься с тех пор еще. И сказали, если еще раз ну, кто-то на тебя пожалуется, то это будет ну, по-другому обращение. Теперь не оштрафовали, ничего. Это хозяйка этого помещения, которая сдала им в... для служений, она должна в следующий четверг вернуться, потому что ну, порешать с ними вопросы, забрать ключи, там, вернуть Косте имущество, чтобы они могли собираться, если они будут собираться у нее, а то где-то в другом месте. И этот прокурор пробует или просил Костю открыть организацию, чтобы когда есть организация, тогда можно любому полицаю дать отпор, скажем. Я представитель своей организации, ты представитель чужой организации, так, за ворота кыш. Иначе я тебе там, в суд подам или не знаю что. Потому что так нельзя обращаться с людьми. Костя рассказал прокуратуру, что он пришел, напугал детей, скажем, без предупреждения, без ворвались там, пугали штрафами, распугали всех людей. И чтобы образовать организацию, тебе нужно иметь 20 подписей, допустим. Как 20 подписей соберешь, когда в 22-м году один раз разогнали, теперь второй раз разогнали, скажем. Где взять 20 подписей, когда люди напуганы, скажем. Вот туда, если пойдешь, там неизвестно, что. Может, штраф какой-то получишь или что-то еще. Я не знаю, как будет до конца. Я предложил Косте, говорю, сделай ну, на своем адресе в Слободзее организацию, там, пойти в эту палату, где надо фискальный код или что там надо, банковский счет указать, там все эти дела. И тех людей, которые там в Карагаше или в Чобручах живут, можно присовокупить сюда, чтобы адрес был здесь, вся документация, чтобы была здесь. А там мы как филиал работаем, скажем. И, не знаю, он должен был спросить там, где это делается, сколько это стоит или как это получится. А я знаю, что когда брат Пол был там, там была, ну, фиктивная такая воскресная школа зарегистрирована. Регистрирует там благотворительные фонды или какие-то там фонды, я не знаю еще. А это Костя узнает и потом скажет. Потому молитесь за него. Проблема была в Карагаше? В Чобручах. В Чобручах арестовали здание, все там скамейки, библии, все, что там было. Закрыли, и ключ забрал этот полицейский, напугал всех людей, что я вас всех перештрафую, вы там будете платить кучу денег. Я так думаю, что он какой-то родственник прокурора, потому что они вместе там делят прибыль какую-то, или папа, я не знаю, может быть, он с папом дружит больше, чем с прокурором, но кто-то он там, потому что он был ну, немножко нагловатый, не просто свои права выполнял, скажем, или обязанности. Поэтому молитесь за Костю, чтобы Бог даровал ему мудрость, направил его шаги куда надо, к такому человеку, который бы не обманул его, в действительности сделал то, что необходимо, чтобы они могли дальше функционировать и
приводить людей ко Христу, а не запугивать их штрафами или там еще какими-то там делами. Еще я попросил бы вас молиться за многих-многих людей, которые получили наши книжки где-то. Я знаю, что кто-то мне говорил, что они оказались на польской границе. Я не знаю, кто их повез. Ильченко повез их туда или кто-то другой, может быть. Но они там. И насколько я знаю, на этой неделе всех водителей-дальнобойщиков от машины, как только заезжают в Украину, их эти военкомат или не знаю, кто там останавливали, высаживали водителя, забирали ключи у него, переодевали форму и в армию. Товар там, машина сколько стоит, никого не интересует, всех в армию, скажем. А возле границы там полно этих машин стоят, которые там, товар может быть портится, я не знаю, что они там везли, но много из тех, которые попали в армию. Хотелось бы, чтобы то, что мы послали им туда, и я имею сегодня от Ильченки еще несколько заказов, по Житомирской области, там людей, которые хотели бы иметь эти книжки, чтобы они дошли в правильные руки и перевернули в правильную сторону сердца. Не обозлили их, не сделали жестокими, а наоборот помогли им понять, что Господь просит от их жизни. Ну и что еще? У кого-то, может быть, есть еще какие-то нужды, просьбы? Красно, все хорошо? Все хорошо. Но продолжайте молиться. Угу. У нас будет летняя программа, и чтобы дети. Да, и у Андрея он тоже планирует в Ракарии евангелизацию. Я не знаю, как это будет. Я вообще не знаю, где это село. Я не смотрел даже на карте, где оно находится. Но если оно будет. А чтобы оно было не просто музыка какая-то, или не просто там сборище какое-то с чаем или с, не знаю, с бутербродами, а чтобы там было представлено Евангелие. А потом молитесь, чтобы Андрей мог повлиять на тех, которые там будут отвечать, или как они организовывать будут, а чтобы оно было сделано для спасения души, а не просто какой-то сельский, как храм, или как, я не знаю, что делается сегодня много. А многие из жителей Бельц были на храме в это воскресенье, их не было в церкви. Надеемся, что в среду они придут с такими крокодилями слезами, скажут, вот я болел, вот я плохо себя чувствовал, не мог прийти, дайте мне пакет с продуктами или еще что-то дайте. Но это будет в среду. Я думаю, что в среду у Андрея будет сюрприз, как... Или даже тема готовая, что им сказать, чтобы они знали, кто они по-настоящему. Давайте мы встанем для молитвы и попросим Божьего благословения. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за милость Твою над нами, за возможность снова, собравшись сюда, прославить Тебя в пении, обратиться к Тебе в молитве и прослушать Слово Твое, которое может ободрить нас, утешить и вдохновить на то, что Ты желаешь, чтобы мы делали здесь на земле. Господь, благослови брата Пола там, где он будет проповедовать, благослови его путь туда, храня его от всяких нечестных, может быть, или злых делателей, которые могут направить неправильную сторону или еще какие-то трюки сделать. Господи, мы молимся, охраняя его от всяких там диких зверей или еще каких-то угрожающих здоровью обстоятельств, Господи, для того, чтобы он мог вернуться сюда и продолжать служение. Просим Тебя за Каролину, благослови ее обследование, помоги, чтобы они были положительные, чтобы доктора нашли средства, как поправить ее здоровье, для того, чтобы она могла расти для радости родителям и всем остальным в округе. Господи, молимся Тебе также, благослови всех там у Кости, Господи, которые... напугались, Господи, которых дети напугались из-за этих арестов и угроз, Господи, помоги им снова прийти, успокоившись на новый адрес, чтобы учиться у Тебя и пополнять свои
характеристики, делаясь более похожим на Тебя. Господь, молимся Тебе также за брата Андрея и за организацию этой евангелизации в Ракарии, а Ты даруй ему мудрость, с кем нужно говорить, о чем нужно говорить, чтобы это было больше спасенных людей в этом селе и больше тех верных, которые желали бы следовать за Тобой. Молимся Тебе также за село Красное и за все эти летние мероприятия на каникулах, которые будут сделаны для детей, для родителей, Господи. Благослови и этот труд, и Ты возвеличься и прославься во всем. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Пожалуйста, пение по-русски, наверное, да? Жизнь моя в небесах.
Тут не дошел. 151 номер. Altero sunt Doamne cuvântul zice. Da, că n-am văzut. Amin. Să zic așa. Altero Doamne sunt. Хорошо. Я не знал, что делать, когда брат Пол сказал, что ты завтра проповедуешь. Я не знал начинать снова с филиппийцам. Думаю, что вы все забыли. И думаю, что мы начнем с незаконченного урока, который остался из послания Римлянам, 16 главы, стихи с 21 по 24. Помните, мы говорили
Церковь – это Божье здание, состоящее из живых камней. И мы говорили с начала главы о некоторых верных людях, о Божьих людях, о которых приветствует Павел, которые были его знакомые, его сослуживцы или сотрудники, и часть их осталась с нами непройденной. Вы скажете, ну, что такое имена, скажем, немного они говорят. Но я бы хотел, чтобы наши имена, ваши имена также остались на протяжении всей вечности с какой-то характеристикой. Помните, мы говорили о родственниках Павла, о Акиле с Прескилой, еще там была группа других людей, которых упоминает Павел в своих приветствиях. Это после всего труда, после всего знакомства с ними, он умеет заметить какую-то черту. Сегодня мы посмотрим на... Я не знаю, если мы успеем, сколько мы успеем, поскольку было 20 страниц, скрепка не хотела скрепить обе части, потому я сделал их напополам. Может быть, мы прочитаем сегодня пополам и в следующий раз пополам, чтобы вас не затруднять сильно, хотя вторая часть более интересна, чем первая. Спасибо. Потому... Часть видения мы перелистнем. Это в другой раз когда-то почитаем, когда будет больше времени. Мы начнем с этого текста. Посмотрите с 21 стиха 16 главы послания Римлянам. Тимофей, заметьте, соработник мой. Не просто соработник, какой-то соработник, где-то соработник. Соработник мой. Это говорит нам о... родственных, теплых, скажем, Павел не был отцом Тимофея, но он сблизился с ним настолько, он пишет, Тимофей соработник мой. Смотрите, три других характера, мы, может быть, успеем всех посмотреть, не знаю. Луций, Иасон и Сосипатра. Если вас вот так спросить, кто был Луций, и кто был Иасон, и кто был Сосипатр, не знаю, если вы помните. Мы окунемся в книгу Деяний Апостола, посмотрим в 13 главу, потом в 17 главу, потом в 20 главу на этих героев. Потом написано, родственники мои приветствуют вас. Значит, мы говорили о трех родственниках в первой части 16 главы. Здесь еще три других родственника. И потом я Тертий, который писал это послание, приветствую вас в Господе. И Гай, мой хозяин, всей церкви приветствует вас. Раст, городской казнохранитель, приветствует вас. И всего лишь брат Кварт. Что можно сказать про брата Кварта? Мы тоже посмотрим, что это за брат. Это настоящий брат. На 100% брат. Благодать нашего Господа Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, мы помолимся и потом перейдем к погружению. Наш дорогой Бог, мы молимся Тебе, помоги каждому из нас быть внимательным и сосредоточиться на тех характерах, которые Ты записал в Слове Своем, приобретать эти характеристики, живя здесь на земле, для того, чтобы повлиять на большинство наших горожан, соседей, родственников, для того, чтобы и они приняли имя Твое и славили Тебя. Достойного Бога, просим, прибудь с нами и... Помоги тем, которые еще не имеют этих характеристик, попросить у Тебя милости, попросить у Тебя послушания, чтобы приобрести их для того, чтобы прославлять Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Вы скажете, ну что здесь, всего лишь имена. Но давайте попробуем. Вообще... Очень приятно всех видеть, даже тех, кого нет среди нас. Представьте, что они сидят на своих местах. Надеюсь, что они где-то слушают по, как это называется, прямая трансляция. Я знаю, что Паша попал в больницу, и из-за этого не может быть здесь. Но
А это ему не в пользу, если он нас не слушает по прямой трансляции. Слышишь, Паша? Тех, кого знал, он перечисляет в 16 главе. И написал там очень много приветствий, кого встречал, которые были для него знакомы. А теперь он начинает передавать приветствия от тех людей, которые были с ним рядом, там в Коринфе, где он пишет это послание. И вот небольшая группа людей, особых, верных людей. Почему я и назвал эту проповедь «Верные Божьи люди». От них он передает привет туда, в римскую церковь. И мы посмотрим про каждого человека, который здесь упоминается. Во-первых, это верный сотрудник. Смотрите, он пишет: «Приветствует вас, Тимофей, сработник мой». Если кто-то и заслуживал из людей, которые были вокруг Павла, того потрясающего названия «сотрудник», то это точно Тимофей. Тимофей был настолько посвященным, верным человеком на протяжении 8 лет с апостолом Павлом. Во всех его поездках, встречах, участиях, делах он выполнял несколько поручений лично от апостола Павла. Для нашего автора Павла было уместно, резонно и разумно, а правильно и естественно назвать Тимофея своим сотрудником. И читая послание апостола Павла, мы увидим очень ярко, что Павел испытал такое особое, теплое, я бы даже сказал, родительскую привязанность к этому молодому человеку. И пусть Бог благословит всех нас, абсолютно всех сидящих здесь, испытать такую милость от Бога, найти такого брата, такую сестру в нашей жизни, когда вы реально старше этого человека и по физическому возрасту, и по духовному возрасту, но он для вас становится таким близким, родным, подобно как для Павла стал Тимофей. Он называет его даже в одном из посланий 1 Коринфянам 4:17 верным в Господе сыном. По этой причине я послал к вам Тимофея, который есть сын мой возлюбленный и верный в Господе, который напомнит вам о путях моих, которые во Христе, как я учу везде в каждой церкви. Пусть у нас будут такие же сыновья и дочери, в которых мы можем вкладывать свое сердце, душу, находить вот таких по-настоящему потрясающих друзей. Но мы и знаем, почему он называет его сыном еще. Потому что он, по сути, родил его во Христе. То есть через благовестие апостола Павла Тимофей пришел к Господу. И поэтому пусть мы не только найдем такого человека в собрании, но пусть Господь благословит нас такого человека в собрание привести при его благодати и поддержке. И во время написания этого послания из Коринфа Тимофей был вместе с Павлом и готовился к весьма ответственному, серьезному и важному делу. Павел поручил ему большую миссию – повести или понести приношение языческих церквей из Греции, финансовую помощь церкви в Иерусалим. Там, где было тогда очень много нуждающихся людей, там, где было гонение на верующих. Одно из самых удивительных характеристик, которых можно найти от апостола и его сотрудники Тимофея, находящийся в послании филиппийцам, 2 глава, стихи с 19 по 22. Идти какими-то греховными путями, развратными делами заняться, какими-то нормальными поступками. Ведь на самом деле искать своего, это может быть и в религиозном мире. Я это буду делать, это мне нравится, а это не нравится. Такое своеволие, знаете, определяет свою программу в жизни, свою стратегию в жизни, подстраиваться, переламывать, может быть, других людей, верующих под себя. Павел говорит, смотрите, он не был таким человеком. И это подтверждается тем, как он служил мне, как сын отцу. Я ему не родственник, я его не родил в конце концов, но он служил таким образом.
посвященно, жертвенно, ответственно. Я никогда не имел равного усердного, подобно ему. Но здесь, а вот из этого текста, можно много извлечь уроков. Но я только сегодня отмечу два урока для всех и один урок для молодых людей. Во-первых, два урока для всех. Из примерно верного сотрудника Тимофея. Первое, что нужно научиться верно служить другим людям. Это наш заглавие. Верно научиться служить другим людям. Учиться служить верно другим людям. Посмотрите, Тимофей посвятил себя Господу, и это выразилось в том, что он посвятил себя служению Павлу. Он отдал себя, по сути, в помощники Павлу. И это также выразилось в его особом усердии, о заботе о других людях. Он делал это жертвенно, посвященно, искренне, усердно, как здесь пишет Павел. Такой образ мышления, такое поведение хорошо начать в детстве, закрепить в юности, потом реализовать в старости. Такой вопрос стоит задать сегодня каждому из нас. Кому сегодня служу я? И как я это делаю? Нередко верующие попадают в такую ловушку. Они говорят, я служу Богу, но Он совершенно пренебрегает людьми. Так не должно быть, потому что служение Богу здесь, на этой земле, всегда будет выражаться в служении людям. Помните, подошел один человек, книжник, к Иисусу Христу и спросил, а какая самая большая заповедь? Господь ему отвечает посредством текста из Ветхого Завета. Этот человек не потерялся и спросил, а кто же мой ближний? На что Иисус ему рассказывает историю о милосердном самарянине, тем самым показывая, если ты поклоняешься Богу, тогда ты будешь участвовать в жизни своего ближнего. Если ты говоришь, что у тебя с Богом все хорошо и все в порядке, если Бог в центре твоего внимания и заботы, тогда ближний станет твоим вниманием и заботой. Тот человек, который говорит, я люблю Бога, но не любит брата, которого видит, вряд ли в нем любовь Божья открылась. Об этом, по сути, все первое послание Иоанна говорит. Но есть другая штука. Павел не говорит, я служу Богу, но не желает быть под чьим-то авторитетом, кроме своего собственного. Как здесь Павел говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Такое поведение часто показывает просто незрелость человека и неготовность для серьезного служения, потому что человек сам хочет быть себе головой, он не хочет подчиняться. И это показывает, что он и Богу не подчиняется, потому что он свою непокорность прячет за некой красивой формулировкой. «Я Богу служу, не мешайте мне». Кстати, история церкви, история мира нашего, она наполнена такими палитрой непокорных людей, которые пытались за хорошими религиозными формировками, что человек, который покоряется Богу, он покоряется и умеет покоряться людям. Недаром Писание говорит в послании Ефесянам, чтобы мы могли покоряться друг другу. В послании Филиппийцам, 2 глава, Павел пишет о Тимофее. Наполнена всей этой идеей, где Сын Божий покоряется воле Отца. Павел покоряется воле филиппийцев, чтобы послужить им. Тимофей покоряется воле Павла, чтобы послужить ему. И Эпафродит покоряется воле своей родной церкви, чтобы исполнить служение, донести пожертвование, которое они собрали для Павла. Одним словом, человек, покорившийся Богу, умеет покоряться также и людям, чтобы служить ради Бога. Итак, первый совет – учиться верно служить другим людям. Во-вторых, зарабатывать репутацию. Уверен, что многим из нас приходилось организовывать разные рода мероприятия. Вот у кого-то похороны, у кого-то день рождения, у кого-то там еще какие-то события. И это требует определенной организации. Когда ты сталкиваешься с организацией, то тебе всегда нужны помощники. Ты понимаешь, что сам не можешь все сделать. И ты обычно общаешься с естественным образом к тем людям, у которых есть репутация ответственных людей, верных людей. Ты ищешь таких людей, ты обращаешься к тем людям, у которых есть репутация людей дела.
То есть у них слово не расходится с делом и дело со словом. Человек ответственный, человек, на которого можно положиться. И Павел смело называет Тимофея своим сотрудником, потому что он был таковым не по статусу, а по положению. Он таким был по жизни и по своему характеру. Его статус только подтверждал то, кем он был на самом деле. Очень часто даже верующие люди попадают в такую ловушку. Они хотят служить Богу, если у них будет статус. Если им дадут, ты диакон, ты лидер молодежи, ты тот, ты другой. И у них есть искушение положением. Они думают, что если они приобретут какой-то статус и получат какое-то положение, вот тогда они смогут служить. Но Библия совершенно не поддерживает такой подход. Библия говорит о том, что служение является продуктом нашего поклонения Богу. И оно выражает качество нашего характера. Другим словом, я служу не потому, что меня заставили, а я служу не потому, что мне дали статус, а я хочу добиться положения. Я служу, потому что это выражение моего поклонения Богу. Я иначе не могу. Как этот самарянин милосердный помогает этому избитому, израненному на дороге, потому что он поклоняется Богу. Он не может пройти мимо. Это выражение его сердца, выражение его веры, выражение его сущности, поклоняющейся Богу. Потому что он богопоклонник, и поэтому он служит. Служение – это всегда продукт нашего поклонения Богу. Репутация же всегда связана с нашим характером, с нашим отношением к делу, которым мы занимаемся. Простые вопросы тебе сегодня. Какая у тебя репутация? Могут ли люди положиться на тебя? Или ты настолько скользкий, что тебя трудно зацепить или доверить тебе что-то в конце концов? Это третий совет, который я отношу больше к молодым людям. Не трать свою юность напрасно. Один классик как-то сказал, что юность – это единственный порок, который проходит с годами. Вот если у вас нет волоса, или нет зубов, или чего-то нет, это не пройдет, это так с вами останется. А юность, она с годами пройдет. А другие пороки сами проходят, с ними надо бороться. Этот проходит так, без того, чтобы мы гнали его, он сам пройдет. Юность может быть не только пороком, но и благословением. Если посвятить себя богоугодным делам так, чтобы было что вспомнить, так, чтобы сформировался сильный характер, чтобы приобрести навыки служения, посвящения. И когда молодой человек, юноша или девушка создает семью, то вот этот их опыт или багаж, он поможет им служить друг другу лучше. Потому что они уже будут достаточно воспитанными людьми в своем характере. Итак, верный сотрудник – это Тимофей. Дальше мы сталкиваемся с тремя людьми. Это верные родственники апостола Павла. А он так и пишет. Луций, Иасон и Сосипатр – сродники мои. Причем, когда Павел упоминает здесь, то надо сказать, что вообще он упоминает шесть родственников в 16 главе. Они из разных мест. Кто-то пришел к вере через апостола Павла, кто-то уже был верующим, когда апостол Павел уверовал. Главное, что все шесть были христианами. Знаете, когда я читаю эту главу, вот такая мысль приходит мне сразу же на сердце. А остались ли у нас с вами родственники, которые еще не уверовали? И давайте, может быть, это лето, этот год посвятим тому, и это особое время, чтобы достичь Евангелия наших родных, далеких, близких. Смотрите, у апостола Павла эти родственники живут в разных местах. К некоторым он целое путешествие совершил, он потратил время, энергию, и в конце концов у него было желание прийти к ним. Давайте в это лето особо помолимся о наших родных, чтобы Господь дал им веру, нашим родственникам. Помолимся об их покаянии, чтобы нам рассказать им то послание, которое у нас есть. Ведь на самом деле у нас есть послание от Бога. У нас есть что им рассказать. У нас есть то, о чем рассказать. Ну а теперь давайте посмотрим на этих родственников Павла.
Во-первых, Луций. Вероятно всего, Луций – это Луций из Киреней, который упоминается в 13 главе «Деяния апостолов», 1 стих. Посмотрите. «Были же в церкви, что находилось в Антиохии, некоторые пророки и учителя, как Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций из Киреней». Вот про этого Луция я хотел бы остановить наше внимание. И Манаин, который воспитывался с Иродом, Тетрархом и Саул. И Луций отправил Павла на служение вместе с Варнавой в первое миссионерское путешествие. А следующий – это Иасон. Это тот человек, у которого Павел был в гостях, когда пришел в Македонию в Фессалоники. И в его доме он остался, когда случилось некое возмущение в народе. Это 17 глава, мы прочитаем с 5 стиха. «Но иудеи, которые не поверили движимой завистью, взяли себе некоторых распутных людей более низкого сорта, собрав толпу и привели весь город в волнение и напали на дом». Я хотел сюда поставить имя Кости. Вот тоже такие негодные люди, которые написали заявление, там, не знаю, подстыкнули этого полицая, что-то не сделали. И искали вывести их к народу. И когда не нашли их, потащили Иасона и некоторых братьев к начальникам города, крича: «Эти, которые перевернули мир вверх дном, пришли сюда, которых Иасон принял, и эти все поступают против указов Цезаря, говоря, что есть другой царь, некий Иисус, и встревожили народ и начальников города, когда они услышали это, и когда взяли залог Иасона и остальных отпустили». И можно было бы читать дальше, там очень интересно. Вот этот Иасон не побоялся взять его к себе домой. Павла сохранил его там, защитил. Это смелость его на самом деле. А потом, когда увидел, что угроза стала очень большой, направил его в Верию подальше, в безопасное место. К Сосипатру. Это другой родственник апостола Павла. Он упоминается снова в Деяниях апостолов, 20 глава, 4 стих. Переверните страничку, даже 2, наверное, в 4 стих. «И сопровождали его в Азию Сосипатер из Верии», вот об этом мы поговорим, «и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай из Дервии, и Тимофей из Азии, Тихик и Трофим». И Трофим. Это он так упоминается, как вериянец Сосипатр, которого Павел потом встретил в Македонии. Он сопровождал Павла в Иерусалим с приношением от местных церквей для тех церквей там. И уверовал он в Верии, куда Павел пришел из Фессалоник, откуда его отправил Иасон. Посмотрите, когда я вижу, что вот Иасон здесь в Фессалониках отправляет Павла в Верию, мне становится понятно, что точно они уверовали при участии Павла. И, вероятно, они были точно родственниками, раз не так далеко жили. Да еще и Павел от одного к другому пошел. Все это очень так понятно и логично. Я могу себе представить апостола Павла, который приходит с Фессалоник в Верию к своему родственнику Сосипатру. «А что там происходит у тебя? Как происходит?» Павел интересуется, увидев своего родственника. Он говорит: «Ну, меня хотят убить. Я убежал оттуда». «Как тебя хотят убить? За что тебя хотят убить?» И Павел только этого и ждал, вопрос «За что?» И повествует Евангелие очень подробно. И Сосипатр, принимая решение, идешь ли ты за Господом или нет, на второй день, может быть, на третий день или на первый день, не знаю, вы понимаете, что от этого принял у себя дома, а и апостол Павел говорит: «Приятно, спасибо, родственничек, что принял меня, но есть более важное дело, почему я у тебя оказался. Мне не просто нужна крыша над головой, если что, я себе и палатку сошью и там посижу. Но мне нужна твоя душа для Господа, и потому я у тебя сегодня здесь». Понимаете, где бы Павел ни оказался, особенно у своих родных, он наполнял своим присутствием или дом Евангелием.
Там, где был Павел, там было Евангелие. Он сам был ходящим Евангелием. Он так и говорит: «Я первый грешник. Я помилован был для того, чтобы я стал свидетелем Божьей благодати». И поэтому там, где был Павел, там звучало слово о Христе. Там, где был Павел, там звучало слово Евангелия. И знаете, какой вопрос возникает у меня здесь? Сразу же ко всем нам. Как провожу время я со своими родными? Слышат ли они Евангелие от меня? Или видят ли Евангелие во мне? Есть другая такая штука. Я здесь постараюсь быть намного более таким личным. Бывает так, что пророк в своем отечестве не пророк. А вот рассказывает человек своему родному о Боге, рассказывает, а родной этот человек никак не может услышать или понять. И вот родному человеку будет разумно, если он кого-то пригласит в гости, кого-то из других людей верующих, а чтобы в то же самое время в присутствии себя лично другой человек рассказал моему родственнику о Боге. Это подобно, как мы часто слышим, что кто-то пригласил пастора, допустим. Хотя это наивно верить, что пастор может добиться сразу результата. Но из уважения, может быть, или из страха, или из каких-то чувств, часто так бывает, что они говорят: «Да, слушаюсь», и становятся на колени и молятся. Конечно, это наивно думать, что сразу, если пастор сразу, будет лучше, но мы думаем, что пастор все-таки точно добьется результата, и это будет хорошо обоим. И можно сказать даже то же самое, что сказал он, но это будет как-то по-другому звучать. Это будет, а может быть, лучше услышано. И это так и есть, друзья. Ведь на самом деле мы, родственники, бывает... также совершаем ошибку. Мы иногда скатываемся в нашем благовестии по отношению к нашим родным просто на морализаторство. Не пей, не кури, не блуди, не кради и так далее. А человек слушает нас и думает: ну, без этого я не смогу жить. Или кто-то думает: я уже так живу. Что он ко мне пристал? И другой думает: что постоянные придирки какие-то. И Евангелие как таковое человек не слышит. Я приведу пример из своей собственной жизни. Иногда я посещаю семью из церкви, и это забавная довольно история. Я попал не в ту квартиру. У меня был адрес, но квартира была не та. Я позвонил, и открываю двери: кто такой? Я говорю: я из церкви. Вы меня ждете уже? А мы тебя никак не ждем вообще, мы не собираемся ждать как бы. Но я же пришел, может быть, все-таки пообщаемся. Зашел я. Оказалось, две молодые женщины и один парень. Они говорят: а мамы нету дома. Оказалось, что мама их член другой церкви вообще. Но она верующая, ходит. И они тоже маленько слышали о Боге, но не члены церкви. Этот парень, жених одной из этих дочерей. Оказалось, что это две дочери, и этот парень жених. Я стал с ними говорить о Боге, а что мне остается? Ведь я все равно пришел. Я решил нарисовать иллюстрацию моста. Вы, наверное, уже многие знаете, как крест посредине, пропасть, два берега, грех, Бог святой. И помню, как через полчаса, когда я рассказывал им иллюстрацию моста, этот парень посмотрел на меня и говорит: а что, это правда? А в это верят христиане? Я говорю: да. Вот моя будущая теща что-то мне говорит: не пей, не пей. Я уже думал, христиане просто верят, что пить не надо. Я вроде бы так маленечко не напиваюсь. Я спрашиваю у дочерей: а что вообще вы представляете? Что такое христианство? И они мне рассказали. И знаете, друзья, я заметил, что эти люди по-настоящему Евангелия не слышали. Нельзя первым их словам, что они верующие, или что они там говорят: мы верим в Бога, или мы за верующих, или мы там ходили когда-то, или что-то еще делали. Необходимо им рассказать точно, что это такое. Потому что они могут выдавать за Евангелие, за христианство все, что хотите.
Они слышали просто набор христианской нравственности, причем не подтвержденный авторитетом Писания и властью Божьей, личностью Божьей, а просто вот так набор некоторой схемы христианской жизни. Я должен вам сказать, что они все были удивлены и остались довольны посещением, обещали приходить в церковь. Так я не знаю дальше их судьбы, поскольку не сохранились наши связи. Я уезжал потом приезжал. Обычно вот так происходит. Мы знакомимся с кем-то, потом что-то происходит, или они уезжают на работу, или мы заняты, или еще как-то. И вот был другой пример с Сашей Николаевым. А сегодня он является диаконом. Я посетил его, пришел к нему в гости и по приглашению бабушки. Он воспитывался бабушкой. Бабушке было 72 года, а внук, который любил электронную музыку. А бабушка пыталась ему сказать, что надо Библию почитать. Но он в своей электронной музыке, ему вообще ничего не надо было. И я пришел. Это были, ну, почти мой одногодка был, который подобно мне был такого же возраста, и надо было как-то завести разговор. Я признаю, что я не знаю всю электронную музыку, которую он слушал, хотя он еще сочинял ее, и был немного неравен в этом плане. И все же я понимал, что разговор нужно завести. И когда бабушка мне сказала, что он какую-то там непонятную музыку слушает, и такое слово еще употребила, которое очень странное, но в общем типа электронная музыка, для нее это просто было так, как сатанизмом каким-то занимается там. У нее была главная идея, которую она хотела донести своему внуку. Перестань тешить сатану. Вот внуку не было понятно, что такое перестань тешить сатану. Это заинтересовало его. Он пришел с вопросом. А что такое тешить сатану? Но я ему объяснил, что такое тешить сатану. Благодаря этому началась наша дружба и продолжалась долгое время. Теперь он является служителем. Используйте свои дни рождения или иные праздники. И еще есть очень важный момент, друзья. 6 родственников. Павел называет здесь в этом маленьком отрывке 3 родственников. Он не смущается давать имена их. И здесь есть несколько мудрых советов для нас. В середине века распространилась очень странная, ужасная болезнь в церкви. Она называется непотизм. Что такое непотизм? У Саши Ролян нужно спросить, что такое непотизм? Он очень хорошо или близко познакомился с ней. Это когда какие-то высшие позиции в церкви назначались родственники. Буквально непотизм переводится как внук, или непот, или потомок. И это родилось там, в католической церкви, когда Папа Римский стал ставить на кардинальские должности чаще всего своих незаконно рожденных детей или своих родственников, для того, чтобы как-то власть укрепить или упрочить. И потому это получилось слово «непотизм». А, к сожалению, эта зараза, она пришла также в евангельский мир, когда на ответственные служения в церкви попадают только родственники пасторов. Это создавало и создает нездоровую атмосферу в церквах. Очевидно, что родственники Павла служили Христу. Они не искали своего, не искали положения. И даже если они и занимали, как Луций, ответственное служение, значимые позиции в церкви, но они служили верно и достойно. Так что Павел не смущается перед церковью называть их имена, зная, что они достойные люди. Это, друзья, прекрасно, когда семья, когда родственники служат Христу, самого Христу. У самого Христа было много родственников вокруг него. В конце концов, его братья уверовали. Сначала нет, но потом мы видим Иаков, брат Господен, который служил Богу. Мне бы хотелось, чтобы мои дети продолжали служение. Но, друзья, нам нужно осознавать, что Бог над всем. Я помню, когда наш Павлик только начинал развиваться, еще можно было встать около его кроватки и помолиться над ним, что я делал исправно. Я однажды стал молиться о том, чтобы он стал пастором. И знаете, я остановился. Почему? Потому что
это не я решаю на самом деле. Даже я скажу больше, даже не церковь решает этот вопрос. Бог уже решил этот вопрос. Моя ответственность как отца воспитать его характер, чтобы он служил Богу на всяком месте, во всякое время. А вот кем он будет в церковном служении, это Бог решает. Это не наша задача, это не наша ответственность. Я бы даже сказал, здорово, что это не наша ответственность, потому что мы наградили бы непотизм. Поэтому, друзья, мы будем служить верно Христу. И пусть даже наша семья, она станет семьей такой, знаете, с прекрасной историей служения Богу. И пусть все, что мы думаем, делаем, планируем, будет связано с Христом, а не с нашим статусом или положением. И пусть все будет только ради Его славы. Итак, верный сотрудник, его звали Тимофей, и верные родственники. И здесь мы видим верного помощника. Вы уже устали? Верного помощника можем оставить на следующий раз. Или пройдем верного помощника и оставим трех других на следующий раз. Вообще, это такой интересный стих. Я Тертий, который писал это послание. Приветствую вас в Господе. Знаете, такая маленькая вставочка, копирайт такой. Это я писал здесь, как вот неожиданно совершенно. И вот такое послание, значит, возвышенное, глубокое, мудрое. И, между прочим, раз такая вставочка. Вообще-то я это написал, Тертий. Но не он писал это послание, он писал под диктовку Павла. И апостол Павел нередко использовал какого-то своего секретаря, чтобы написать какое-то послание. Например, в первом послании к Коринфянам, 16 глава, в самом конце, 19 стих, «Мое Павлово предпетствие собственноручно», тем самым показывая, что он только здесь написал эту часть, остальное все было под диктовку. Или послание к Галатам, в самом конце, 6 глава, 11 стих, он пишет о том, что «Видите, как много написал я вам своей рукой», означает «записал только заключительные стихи этого послания». Остальное, это все было написано под диктовку. И видите, как сестре Фиве выпала честь это послание принести, такая привилегия принести это послание в Рим, то Тертию была дана привилегия и ответственность записать ее для Павла. Вообще, я вижу здесь в этом Тертии большое смирение. Он просто побыл секретарем. Ни одного стиха даже не написал. Вот так, знаете, как бы наставление. Он просто записывал чужие мысли, но осознавал, это Божья работа, это Божье откровение. Он не корректировал мысли Павла, не вставлял свое прочтение или свои идеи. Он не говорил, о, Павел, он сказал эту мысль, а знаешь, давай я еще добавлю парочку. Или, Павел, вот это не все поймут, давай лучше вот так напишем. Он просто был смиренным секретарем. Он просто смиренно записывал под диктовку, что вещал Павел. И знаете, что скажу, друзья? Надо уметь это делать. Ни один выдающийся человек не может делать работу без содействия таких скромных помощников. Мы не знаем имена других секретарей, но вот имя этого человека мы знаем. Он представитель этих анонимных писцов, которые помогали Павлу. Нам не всем предстоит стать знаменитыми или публичными людьми. Я даже скажу больше, некоторые рады, что они незаметные и не публичные люди. А некоторые публичные, заметные люди хотели бы, чтобы они были незаметными и не были публичными. Но у многих из нас, друзья, точно есть возможность помочь таковым людям, которые там, может быть, впереди, так, чтобы они служили Христу эффективнее. Итак, оставим остальных на другой раз. Здесь есть еще много характеров, которые меня удивили, когда я смотрел, кто они и что с ними. Потому помолимся Господу, чтобы мы были теми верными, или чтобы мы были как родственники Павла, которые
посодействовали его служению. Один крышу предоставил, другой защиту предоставил, а третий описал под диктовку, ничего не добавляя, ничего не убавляя, а что очень легко было сделать для Тертия, посоветовать как-то или покорректировать его. Но он просто смиренно выполняет свою роль, как Эфива, которая понесла послание дальше. Помолимся и попросим у Господа, чтобы Бог на нашем или рядом с нашим именем написал одним словом или одной фразой характеристику нашей жизни. Этот гостеприимный, всегда двери дома его открыты. А этот брат, а который стопроцентный брат, который не подведет ни в каком деле. А этот мой родственник, или этот верный сотрудник, или еще как-то. Чтобы мы жили вот этой идеей или целью быть угодными Господу. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил эти характеристики Твоих служителей, верных служителей, живых камней, созидающие Твое здание на страницах Священного Писания нам для примера, для того, чтобы мы могли, посмотрев на них, сравнить себя с Тобой и увидеть, сколько мы нуждаемся в Твоей помощи, сколько зависим от Тебя, сколько поработать нам нужно еще при возможности над собой, чтобы быть похожими на Тебя. Благослови нас в этих усилиях, в стараниях, в молитвах о себе, Господи. Помоги нам быть более и более похожими на Тебя, чтобы отражать Твой свет и приводить других к Тебе, прославляя Тебя своей жизнью, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Ну и все, наверное. Снова мои обязанности я забываю. Продолжайте молиться за те вопросы, которые связаны с передачей литературы, с раздачей трактатов. Если вы в этом участвуете, вам бы посоветовал даже перед служением в Бельцах послушать сестру Валентину, которая снова приготовила такое небольшое слово, а для всей церкви, и ей уже за 90 лет, которое не так легко читать, и не так легко запоминать, и не так легко стоять перед людьми и рассказывать. Послушайте, это у вас, возможно, послужит вам в пример и ободрение для того, чтобы что-то также приготовить во славу Господа и ободрить кого-то или утешить кого-то. Вы знаете, что Лидия, она потеряла своего сына, умер там в Германии 52 года, по-моему. И Анны не стало, у нее была эта водянка, набиралась вода в легкие. И пришла внучка в прошлый раз и сказала, что ее все уже похоронили, ее нет живых. А потому молитесь за внучку и за дочку. Дочку зовут Люда, а внучку, чтобы я вспомнил, не помню. Чтобы они стали приходить на место бабушки. Бабушка им оставила доброе свидетельство, оставила свою Библию им, чтобы они не пренебрегали и находили время для изучения и для избежания многих ошибок или ловушек, в которые сатана их хочет поймать, живя там в городе Бельце. Давайте мы встанем для молитвы, попросим брата Клейтона помолиться. Lord, thank you for these examples from the Bible. Господь, благодарен Тебе за эти примеры в Библии. Help us, Lord, to be faithful to you. Помоги нам быть верными Тебе. Help us to be faithful to the Bible. Верными Библии. Faithful in our service for you. Верными в нашем служении Тебе. Lord, I pray that you'd, Lord, just continue to work these truths in our hearts. Я прошу, Ты поработай над этими истинами в наших сердцах. Pray for brother Paul as he travels. Молимся за брата Пола, когда он путешествует. Pray that you would use him in a great way. Я молюсь, чтобы Ты использовал его могучим образом. Lord, bless his preaching.
Благослови его проповеди. Lord, we continue to pray for Caroline. Мы молимся за Каролину. Continue, Lord, to bless her health. Продолжай благословлять ее здоровье. I pray that her body would not fail, that would not deteriorate. И мы молимся, чтобы ее тело, оно не сдавалось, оно не разлагалось. Pray for Blake and Lindsay, that you would give them great grace. Молимся за Блейка и Линдзи, чтобы ты давал им великую благодать. That you would bless in a great way our services here on Sunday. Благослови наше служение здесь великим образом в воскресенье. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Спасибо вам за служение. Жмите руки, общайтесь. До встречи в воскресенье.